Здравствуйте. На государственном телеканале Западной Армении очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Президентский указ. Президент Армен Акбарян поздравил новоизбранного президента Арцаха Раика Арутюняна. С сегодняшнего дня в озере Ван начнется запрет на ловлю тареха. В Армении зарегистрировано 44 новых случая коронавирусной инфекции. COVID-19 также угрожает чемпионату мира по футболу Конифа. Озеро Бюракан в Себасте, которое прошлым летом высохло, снова заполнено. Совет при президенте Республики Западной Армении, указ президента Республики Западной Армении номер 76/2020 года. Принимая во внимание статьи 76 Конституции, принимая во внимание статьи 82 Конституции. Указ подтверждает положение, касающееся всех функций советника президента государства. Указ. Статья 1. Создание канцелярии советника президента по экономическим вопросам при президенте Республики Западной Армении. Статья 2. Назначение или освобождение от должности советника президента по экономическим вопросам Республики Западная Армения осуществляется в соответствии с решением президента. Статья 3. Указ будет опубликован в официальном бюллетене Республики Западная Армения и вступит в силу со дня его опубликования. Карин, 15 апреля 2020 год. Армен Акбарян, президент Республики Западная Армения. Тарех – эндемичный вид рыб, обитающий только в озере Ван, Западной Армении. Запрет на рыбалку, как и каждый год, начинается 15 апреля и заканчивается 15 июля для помощи естественного размножения рыбы. Хотя промысел официально запрещен на 3 месяца. Тонны нелегальной рыбы пропадаются на рынках каждый год. В Армении за сутки зарегистрировано 44 новых случая заражения коронавирусом. Об этом новости Армении News.am сообщили в Национальном центре по контролю и профилактике заболеваний Минздрава. В общей сложности на утро 15 апреля в стране зарегистрировано 1111 инфицированных коронавирусом. Отрицательный результат был зафиксирован при проведении 9095 тестирований. Фактически сейчас лечится 797 человек. Выздоровели 298, скончались уже 17 пациентов. Проводимый каждые два года с 2014 года Кубок мира по футболу территории стран, не связанных с ФИФА, в свою очередь находится под угрозой пандемии коронавируса. Возможность вернуться к этому нетипичному и пока малоизвестному конкурсу. Матч между островом Мэн и Южной Осетией, дуэль между Кабали и Карпаталией или даже дерби между графством Ницца и Монако. Нет, вы не играете невероятную игру, а скорее смотрите на плакаты, которые могут быть представлены во время чемпионата мира по футболу Конифа. После 2014, 2016 и 2018 годов это четвертый чемпионат, который должен был состояться в Северной Македонии с 30 мая по 7 июня. Как и Евро 2020 года, Евровидение или другие соревнования, это, вероятно, не может состояться в этом году. Причина в пандемии COVID-19, которая бушует во всем мире. Столкнувшись с острой ситуацией, уже начались дискуссии между организаторами и федерациями. Оргкомитет находится в тесном контакте с федерациями, членами и правительством Северной Македонии по поводу кризиса COVID-19. Обсуждения проходят в эти выходные. Здоровье и благополучие наших команд, членов и волонтеров имеют для нас первостепенное значение. Как только решение будет принято, мы сообщим сторонникам, аккредитованным СМИ и нашим социальным сетям. Нас заверили в эту пятницу в Конифе. Полную статью вы можете прочитать на нашем сайте. В 12 километрах от центра Себастии находится озеро Бюракан. После заполнения водой озеро вновь обрело свой величественный облик. В этом году снегопады в Себастии обогатили ресурсы подземных вод и заполонили бассейн озера, который в основном питается дождевыми и подземными водами. Озеро является местом постоянного посещения переплетных птиц. Это в первый раз, что такое большое количество воды наполнило озеро Бюракан. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию пост Саят Нова. Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении. Оставайтесь с миром!